Так, подборка меми от Соболины. И вот эту еще посмотрим, вторую. Ох, здравствуйте! Так, ну здесь мемы сейчас будут. Ну давай. Ну давай. Ну давай, Соболина, удиви. Спасибо. Еще раз. Блять, ебнулись. Еще раз. Еще раз. Только не ты. Ты мне в страшном сне пояснился. Я обрываюсь, стопы захожу без стука. На пол, сука. Падай на пол, сука. О, нихуя себе. Вот это правда. Вот это что? Пи***ц, блять. Ну, ебать, фотки актуальные, спасибо большое. Ну, может, еще, блядь, с рождения моего, вот просто нахуй. Вот когда я только появился, блядь. Включили. О, это прошлая стримхата, кстати. Ой, блядь. Надеюсь, на этот раз он не будет так свистунить, блядь. Блядь. Вот мне больше нравится тут слева, конечно. Как который... там поживает Лаки? Она лежит в этой, в духовке. А, ну, ты коленкой. Коснулся лазерного луча. Это заметили все. Только нервы. Я себе. Они продолжили соревнования и отправили героя. Я люблю Турбо! И сразу плакать. Назовите любой цвет радуги. Ебать, я так давно не смотрел Моджику, а там что-то вышло? Голубой. Окей, есть. Желтый. Я люблю! Желтый. Подожди, а я сказал я какой? Люблю! Я желтый сказал, блять! Кстати, интересное сочетание мы выбрали с тобой. Блять. Мне по кайфу делать гадость. Ты клёвый лицемер. Не, плохо лицемер. Дружба до гроба лицемер. Выглядишь модно, напил. Алин, прости, я женщин пошел снимать. Все, нет, я просто не буду стоять и снимать красивых женщин. Ну, это странно просто. Не догадаюсь. Мотоцикл не выдержит. Ну, я тогда на твоей матери буду кататься, она меня выдерживает. Просто сяду на нее. Как... А что было? А что? На любое оскорбление только про маму и можешь. Вот это вот это пиздец, конечно. Там еще Тоху начали обвинять в том, что он продался Рутюбу, блядь. Это вообще пиздец, отдельная тема. Это, конечно, нонсенс, блядь. Как раз ее, блядь, возьму за вот так вот, за два, блядь, нахуй, за два вот этих, блядь, ее. Поймите меня правильно, я не шучу. Это реально дебильный мем, блядь. Он реально тупой. Забыл про мем про камень, блядь. О, не надо! Это я мячик пинал. Хватит распускать про меня слухи. Вы все равно не знаете меня в натуре. Хватит распускать про меня слухи. Че за хуй? Больно! Оп! Есть, ну в яйца! Ой, прям в хуй. Нормально. Не могу сказать, что я хороший футболист. Но когда она смотрела, я играл как Пеле. Что бы вы хотели, прежде чем умрете? Написать автопортрет. Сейчас будет Тоха, типа, посадить сына. А ты? Мне хочется всех. Сейчас, блядь, взять, насадить себе на хуй, блядь, и прокрутить 5 раз, блядь. Это был донатофон, там дальше позволительно было, блядь. Что? Ребенок должен быть ой, блядь. Что не мем с Антоном, что-то про детей, блядь. Вот это имба видос, я даже репостнул. Ну привет, Шанхай. Как ты тут без нас? Вымахал до звезд? Разбогател, да не могу. Это я, кстати, кладу свои денежки. Прокачался до 80 уровня? Давай уже, рассказывай. Фронтфлип я. Нихуя себе! Оп! Пи***ть тебе,
хуя, дура! Ебать, нихуя! Посмейся, как миллиарди. Ну-ка. Не, подожди. Ну, кстати, получилось. Это Snail Kick научил в Китае. У Snail Kick'а почти каждый смех богатый. Да ебать, заебали с этим кругом, нахуй, я тоже могу так. Погружение тут. Здравствуйте, я Данил Какашин, я реально развожу людей на деньги, так люблю деньги, пипец. Мне вообще похуй на все, я люблю деньги. Пипец, да? Ну-ка, верим. Тата Стэтхэма резко. Не давай слабину, дай в жопу. Что бы вы хотели, прежде чем умрете? Вот сейчас плохо будет. Автопортрет. Построить дом. А ты? Посадить сына. Мне это попадалось. Меня дети, блядь, раздевали на... Это про меня с Иваном? Топили, убивали, воровали в лес, и я не плакал, блядь. Ну, в Китае всякое было. Ты навечно моя, девочка Нольга. Прошу, войди в меня, я... Прошу, войди в меня, к чему это возня, я уже без белья. Прошу, войди в меня, я прошу, войди в меня. Я король танцпола, после... Надо будет на днях еще до днюхи успеть Happy Wheels поиграть. Хочу Happy Wheels поиграть. Что ли, блядь? Что ты этот микрофон вот так держишь, как я понимаю, ты когда смотришь на меня, у тебя, возможно, в голове просто. Это баянчик, это уже видели. Встал в 5 утра, чтобы собрать. А, это уже баян. Что со мной на этой хуйне вообще? Вот для тех, кто проиграл, мы сели на какой-то выставке в Китае в тачку и включили Владимирский Централ. Ой. Очень быстро как-то все прошло. Так. А сейчас у Тохи ебанет. Похуярил, блядь. Блять, сука! Чё Илья не натурально... Блять! Не натурально выглядит. Из Майами до песков Мохаве будет это... Что это за мемы с кепсами? Первый раз вижу. Чтобы дало тратить на Лас-Вегас трип. Все хотят уехать богачами. Да, да! Давай, да, вот мой номер, диктую, да, я ждала, что ты, ну, чтобы мне написали, чтобы мне отлетать, наконец-то, он пришел. Что происходит? Мистер президент, ой, флагом попал, ничего страшного. Ой. Не, пошли нахуй, вата, не-не-не, вату мы здесь не принимаем, я сказал нахуй. Я хочу всех нахуй взять, насадить себе там. Ну что? Я добрый человек в жизни. Все люди, которые меня видели в жизни, они знают то, что я добрый. Я в жизни вообще не агрессивный. Перехуярить будет все в глотке. Если тот, кто этот камень двигает, сейчас опять вместе со мной еще двинет, ты лох. Ты что сделал? А нахуя слили-то? Ну все, ему теперь, блядь, не скрыться. Что это? Ну шо? Ха-ха, да! Вот такой вот, вот такой у меня чё, блядь. Ну так, оп-оп-оп, ебать, оп-оп-оп, ой. Там президента убили. Хочется всех нахуй сейчас, блядь, взять, насадить себе нахуй, блядь, и прокрутить 5 раз, блядь. Так, блядь. Заткнулась нафиг. А то я сейчас тебя выгоню, блин, нафиг. Наш! Наш, блин. Ха-ха-ха.
Антон-то ты же сегодня не умер. Блять, паблик сдох. Походу умер. Его до сих пор там ебут. Его до сих пор там ебут. Его там ебут до сих пор. Поразил, кстати. Мы поняли, мы поняли. О нет, еще один Мне начали, слава богу, блять, мои старые видосы от, ну, закончили откапывать. Начали откапывать старые видосы Макса. Вот там, ребят, такая кладезь пи***ца, это забейте, блять. У Макса там целая, блять, ну, библиотека вот этой хуйни. Так, вот чуть поближе. Я не вот вижу свою себя. Где я? Поехали, поехали, поехали. Ладно, давайте, давай. Да, кудрявый Лен. Я Лен. Влюблен в тебя, Россия влюблен. Ну, очередное доказательство. А где все, блядь? О. О. Ой, старая хата Ильи вроде. Ну что-то пропали, блядь. Вот эта хата, с которой я Вову начал смотреть. Был момент. Это стрим-хата Тохи. А как удалили? Ой, блядь, а это я тут сидел вообще-то, нихуя себе. Вот этот смайлик с моего первого стрима до сих пор у меня лежит. Это я тут стримил. Это Хес. Вроде. Это первая стрим-хата Вовина вроде. Это Тоха тут стримил. Это Жожо стримил. Ничего, ребята. О, вот это стрим-хата Вовы в 21 году. Времена меняются, еще, блядь, такого наделаем вам, ну, говна, блядь. Такого еще будет много, блядь. Не надо по вот этим старым временам, блядь, что-то это. Надо жить сегодняшним днем, сегодняшней вот этой, блядь, идеей.